Так, еще по поводу волчков и больших ран. Около больших ран часто можно заметить, растут очень много волчков. Их все полностью удалять не надо. Чтобы лучше большая рана зажила, с краю раны, если есть возможность, оставляем один волчок. Для чего? Дело в том, что сюда подается питание, и, соответственно, уже с этого краюшка будет тогда очень хорошо более интенсивней обрастать раневой тканью, и быстрее закрываться будет рана. Вот, здесь я оставил у нас несколько волчков. Это вот один. Это будет второй. И там третий, четвертый. Те с той стороны, это с этой стороны. По центру я поубирал. Между волчками, еще раз повторюсь, сделано по 40 сантиметров. Еще раз повторюсь, все-таки не надо подрезать макушку, иначе будет набирать толщину волчок, и он не согнется. А так он вырастет еще длиннее и согнется.